Ты видишь, что у нас за организация? Нам всегда нужны такие, как ты, Нейтан. Образованный ветеран, без приводов. И какая у вас конечная цель? Речь идет о революционной деятельности. Основана на реальных событиях. Мне нужен информатор. Пора тебе внести свою лепту. Лучше нас, солдат, не найти. Сначала здесь, потом здесь. Мы знаем, где ты живешь. Я не справлюсь. Я даже защитить себя не могу. Справишься. Попробуй понять их на человеческом уровне. Мы видим, что хотим видеть. Но только от того, что мы отвернемся... Одну руки убрал. Проблема не исчезнет. Порядок, Нейт. Что-то ты дерганый. Они готовят что-то серьезное. Событие, которое разбудит народ. Террористический заговор. В Америке настало утро. Грядет новый день. Ты легавый? Бу. Они фанатики. Живыми они не дадутся. Дэниел Рэдклифф. Чтобы победило зло. Тони Коллетт. Достаточно, чтобы добрые люди... ничего не делали. Абсолютная власть. У меня к тебе вопрос, Нейтан. Что скажешь на тему стукачества? Кого-то подозреваешь? Просто знаешь, как говорят на митингах? Посмотрите налево, посмотрите направо. Один из этих людей — стукач. Тот, что слева. Скоро на экранах.